Продолжаем. Власти Франции запретили режиссерам снимать блокбастеры, в которых присутствуют сцены насилия. Решение такое они приняли из-за серии терактов, прокатившихся по стране в последнее время. Нам официально запретили снимать автокатастрофы, ограбления банков, перестрелки, а также актеров в полицейской и военной форме. Такие сцены могут нарушить общественное спокойствие. В результате кинопроекты вынуждены искать площадки для работы в других странах. Так, например, съемочная группа фильма «Выгорание» режиссера Яна Газлана была вынуждена переехать из Парижа в Амстердам. Это же пришлось сделать и команде триллера «Айрис» Джалиля Леспера. Съемки шестой части франшизы «Миссия невыполнима», которые должны стартовать в январе следующего года, пройдут также в условиях повышенной осторожности. За последний год во Франции была совершена серия терактов. Последний из них произошел 14 июля в Ницце, когда грузовик выехал на полной скорости на многолюдную набережную, тогда погибли 85 человек. Ну и, видимо, просто не хотят власти нервировать своих жителей, потому что наверняка французы, видя, как снимаются блокбастеры, они же могут не понять, что это съемки, занервничают. Ну, в этом есть, конечно, доля истины.